Яркие костюмы, зажигательные номера. Фееричным концертом подвела итоги года Федерация по фитнесу и спортивной аэробике. В канун нового 2023 года в ежегодном областном конкурсе «Спортивная элита» команда «Лидер» стала лауреатом в номинации «Лучшая спортивная команда». Мы очень долго шли к этому успеху, а именно победителем, чемпионом России стали впервые. А до этого у нас было второе место, несколько раз третье. Успех просто так не складывается. В команде лидер люди, которые занимаются очень долго, с 6 лет практически. Вообще команда лидер 15 лет существует. На счету команды десятки наград различного уровня. Спортсмены выступали на одной сцене с мировыми звездами спортивной и танцевальной арены. Мы стояли на одном, можно сказать, пьедестале вместе с такими коллективами, как Formation Вера. Это одни из самых сильных коллективов танцевальных в мире. И, ну, я считаю, что команда «Лидер» вполне заслужила такую награду, потому что команда уже не первый год входит в состав сборной Российской Федерации по фитнес-аэробике, и все спортсмены у нас кандидаты в мастера спорта с большим опытом соревновательным и танцевальным. Мы все хореографы, то есть мало того, что мы спортсмены, самое главное – как мы двигаемся, как мы слушаем музыку и как мы танцуем. И хореография дает нам очень-очень большие бонусы. Завершать год отчетным концертом – многолетняя традиция Федерации спортивной и фитнес-аэробики. Больше 400 участников в возрасте от 5 до 80 лет и старше наполнили зал драматического театра атмосферой праздника. В каждом номере поколения сменяли друг друга. Брейк-дэнс, хип-хоп, народные танцы и спортивные акробатические связки. Зажигательно отплясывали не только участники, но и Дед Мороз со Снегурочкой и даже новогодняя елка. Теперь спортсмены зарядились бодростью на весь новый спортивный сезон. Наталья Китова, Михаил Куричко, Ярослав Прохоров, Рустам Рузеев, Тобольское время.